Мне очень приятно быть дома и, да в и быть в церкви. За сожаление, я, а, я болел немного. Я а, болел немного. Но усилен грипп, не знаю, вы искарахте ли вы. Очень сильный грипп, не знаю, вы болели этим или нет. А, благодаря на Бога за первый раз, благодарю, что а, Спасибо Господу, первый раз я его благодарю, что я болел. И това е точно това, което каза пастира, че трябва да сме покорни. Всичко, което ни се случва, във всичко да благодарим. И ето точно това, което сказал пастор, как раз, че ми должны быть благодарни за все. А, И във всем быть послушни. Сутринта си легнах 6.30. Я утром лег в 6.30. Работя нощна работа. Я работаю ночью. И може би прилича малко на корейца, извинявам се. И може да я похож много на корейца. А, Сутринта Нина ме в 10.05 и аз бях направил. как еще говоря, не Утром Нина меня разбудила в 10.05, и я подумал, ой, а как я буду говорить, не знаю. Ну всякая ты за армию, а ты со Но сейчас, когда я услышал про армию, я проснулся. Даже со всех я написал на Толи Бугай «Армия Христа». И я вспомнил вот эту песню. я я начал тоже маршировать. Искам Первое, да сапомоля само Бог, да говорит через нас. Хочу сначала помолиться, чтобы только Бог говорил через нас. Татку, в ракатите. Папа, я оставляю все в твои руки. Используй голосами. Используй мой голос. Сердцем. Мое сердце. Думите. Слова. От твоего слова. Слова из твоего слова. Докусни сердцата ни. Пожалуйста, касайся сердец Амин. Амин. Ползри вот а привет из Сирии. Убичем тая страна. Я очень люблю эту страну. Семь тысяч uh, армянцев. В одно Ар, армян? гетто три миллиона душ. Гетто и... Е... Uh, гетто три uh, uh, миллиона человек. Uh, а с почему назад на пред, просто искам да ви кажу, че когато Бог тая да испрати някъде... Я начинаю с конца, вот, и когда Бог uh, хочет тебя отправить куда-то... Uh. Чувствуешь любовь-то и желание туда служить нахорот? Ты чувствуешь любовь, желание служить людям? И да, я честно нямам да дори юни обратно. Я обещание да за три месяца, И хочу сказать, что у меня уже нет терпения в июне туда поехать снова. Мне есть обещание поехать туда на три месяца служить. А Бог? Если Бог так решит. Так, я кому да, да во Сирийские домашние группы не видях церкви много. Иском хочу вам передать привет от домашних групп в Сирии. Там церквей немного. Как твои служения в Ираке? И служение в Ираке. Твои сахора, которые посвятили на твое миссионерство? Там люди, которые себя посвятили миссионерству. И мои те друзья были И половина моих друзей были корейцами. И, и когда глядя, глядя, даже подумали, что те, кого ты ума посречешь, там и сосречешь. И когда я увидел этих и подумал, а, это как раз те, которые меня там встретили, и я немного испугался. А, не се оплачих, се, но Но стресна, я не испугался, но порадовался, но немножечко меня это а, Благодаря на Бога, чему пройку рец, то есть дисциплинирован. Спасибо Господу за то, как он сделал корейца дисциплинированным. И, а, и мен прави такъв. И он меня таким делает. А, днеска това, което искам да ви кажа е първо, разбира се, че ще говорим основно за свидетелство и за снимки. Сегодня то, о чем мы будем говорить, в основном, но... конечно, это свидетельство, фотографии. Искам едно предизвикателство да попитам всички ви, а, това е всъщност заглавието на проповета, какво е призванието ми? Не успявам. Добре, аз само казвам какво е заглавието на проповета. Извиняюсь. Да. А, это название проповеди, какое у нас призвание? Мое призвание. Така. Да сейчас я как-то мало куда сама строюсь, добрый. Молиться стало, видишь, я сам наполнил. Да. Что-то до сменя молчу. Хорошо, начинаем по-русски. <laughs> така. Може би ще прочита два стиха, които не съм ги дал. Съжалявам, сутринта да ви долаха. Може би я сейчас прочита два стиха, които э, я не отправил, а <finite> ни утром не пришли. Едното е на Павел, другото е на Исаия и двамата казват, че са призвани от отробата на майка си. Едно от Павла, другое от Исаи и оба говорят, че они призвани из отроби матери. Тоест, всеки един от нас е призван. Тоест, каждый из нас, он призван. И вече в отробата на майка ти. И уже в утробе вашей матери ти си човече толкова с дух и душа вътре. Ти вот такой маленький человечек с духом и а, духом и душой внутри. И в твоите гени тече призванието на Бога. И в твоих генах течет призвание Бога. А, на другом място се казва словото. В другом месте и слово говорится. Че още преди създанието на света. Что еще до создания мира. Бог познава всички ни по име. Бог уже знал все наши имена. И мое имя цело, то мои дети его чували. Целое, целиком мое имя. Может, вы его никогда не слышали? Майка менягляла граф Монтекристо. Моя мама смотрела граф Монтекристо. <laughs> и много софлюбила второго героя. И она очень сильно влюбилась в этого героя. И она речь, и она рекла Эдмонд. Mm -hmm. И она тогда меня назвала Эдмонд. А на френский искренне, я же говорю, что означает твое имя. Это означает. Uh, не е спасител точно на света, но помощник на света. Ете помощ, Не е свят. Не, не, то, не точно спасител мира, а, а с... помощник. Помо, а, а, помощник? И на мира, мира. на света. Да. Да. Което означава евангелист. Що означава евангелист? Мисионер. Мисионер. Доброе утро. Доброе утро. Така, още от от утробата, Ещё... майка ми е гледала филма. Еще от утробы моя мама смотрела фильм. И она рекла Эдмонд. И она меня назвала Эдмонд. Помощник. Помощник. Так, а всякий один от нас Каждый имя, нас... имя. У каждого из нас есть имя. я советую молодых хорок да внимают, когда избирают имена за детства. И я советую, чтобы молодые люди были внимательны, когда выбирают имена своим детям. А, за что указываем твое? Почему я это говорю? Че, особенно в феврее в старе Завете евреи особенно в старом Завете евреи называла дитцации со специальными имена они называли своих детей специальными именами у которых есть э, смысл для того да не ложь не знаю и дури скоро читал стихи за Явис и я даже э, недавно читал стих про Явиса Майк ему на пройгрышка его мама э, допустила ошибку и гун на речь скривен и назвала его скърбещи. Се скръвен, да. И обаче той се усети. Но той, но он ом, разбра грешката на майка си. Он понял ошибку своей матери. И се моли. И он молился. И каза Господи. И сказал Господь. Той се моли се Бог да промени името му, съдбата му. И он молил се, чтобы Господь поменял его имя, его судьбу. Не знам, що в тая посока тръгнах, но завършвам. Искам да ви кажа, Вам Каква вам съдба имаш? Как си наречен? Каква съдба имаш? О, какая у тебя судьба? Как тебя назвали? Ако не ти харесва това, което те нарекли, Если тебе не нравится, как тебя назвали, промени го. Измени это. Промени съдбата си. Измени свою судьбу. Христос е нашата съдба. Христос е наша судьба. Амин. Амин. А, добре, нека се върнем на темата. А, това ще и какво е призванието ми. вернемся к теме, какое у меня призвание. Пройдемся по всему свидетельству, что случилось и что я делал. И э, всякий от нас да чуй, повик за миссионер. И как вдохновение, чтобы каждый из нас услышал, есть ли в нем подвиг миссионера. Преди повече от 25 години Бог ме призова. Больше чем 25 лет назад Бог меня призвал. Когато бях в много тежко положение. Когато я бил в очень тяжелом положение. Повярвал. Уже уверовал. А, не тайна, че съм женен втори път. Это не тайна, что я а, ж, женат, женат второй раз. Първата съпруга ме напусна, понеже аз станах проповедник. Первая супруга ушла от меня, потому что я стал проповедником. Такая, я с на и и за что мы творится, только. И я шел к морю и кричал: "Где ты? Почему ты меня оставил? Почему это случается со мной?" И Господь мне говорил за первый подс глаз. И Господь первый раз мне ответил голосом: "Ты будешь проповедовать за мен. Ты будешь проповедовать обо мне. На армянский, на английский по целый свет. На армянском и на английском по всему миру. И тугаласа уплащик первое, что то. И помислел, тогда я сначала испугался. Сам себя поборковал, что чую голос во траевсе весь. Я подумал что я сошла с ума, потому, <към> потому потому что услышал в себе голос внутри. У тугалы сам чуел голос. После этого я не слышал голоса. Саму внушение, внушение и откровение пророчество. Откровение пророчество. Бог говорит по различным начинам, знаете. Бог говорит uh, разными путями, вы это знаете? Долгое время чак как творился случай? Я долгое время ждал, пока это случится. Кое-то означало, что человек творился променить, до достигни одного определенного уровня. То, что означает, что человек должен измениться, достичь определенного уровня. И погоди, благодарю на пастора, чеказать такое указывал. И снова спасибо пастору за то, что он сказал вот за это. Твое тра останется в животе не? Должно это произойти в нашей жизни. за да можем наистина да бъдем готови да правим това, което Бог иска от нас. Чтобы мы были готовы, чтобы Бог делал това, което Бог иска. он хочет от нас. Тоест да се смирим. То есть мы должны смириться. И вече не аз да живея. И уже не я должен жить. А Христос да живее в мен. А Христос должен жить во мне. И знаете ли колко е трудно това за един музикант армянец? А вы знаете, насколько это трудно для музыканта армян армян? Арменина. Ами и така става, няма значение. Аз съм кореец вече днес. Я уже и кореец сегодня. А, искам да ви кажа, че а, живях живот, който беше разгулен. Я жил жизнь очень разгулен. И понеже бях в первой десятке, да речем, и группа не была очень известна в Българии. И я был в первой десятке среди музыкальных групп. Наша группа была очень много известна в Очень хорошие много заработок И очень много алкоголя пили. Но все это не довели до, до Христос и до славы Тому. Но все это нас привело к Христу и к Его славе. И когда, и и когда покаях, я веровал и покаялся, музикант, я тук. был все еще музыкантом здесь. И тази промяна, да случи, И эти изменения, чтобы они случились, прошло больше 20 да лет. Еди, чтобы вы увидели этого эти, которого вы сейчас не видите. Да мен, не да вы не должны вечер. видеть меня, вы должны видеть Христа. наред, Годами, когда я ходил в это место, где мы музыкантами собирались. коллеги ми старите. Мои старые коллеги. Смеюсь от что-то такие подигравки не сам переживал, но озги переживал их с радус. А, ну, я смеюсь, потому что то, как они шутили надо мной, я проживал вот эти шутки. А, един от коллег, той беше И один партийный И один из моих коллег, он был а, бывшим партийным секретарем. И у него такой ложь хумор. И у него был такой а, злой юмор. И только что поп попмена. И он так и говорил, о, армянский поп, -поп проходит. Идем под покидывай, клякай.